Следующий дизайн у нас будет с гель-лаком Blue Sky, гель Flower. Итак, заранее у меня подготовлена белая типса с обычным гель-лаком. Наносим Blue Sky Flower на основу, тоже белая, белая на белое. Наносим и сушим в лампе 60 секунд. Просушили. Наносим еще один слой, чтобы у нас все было плотно и красиво. Этот слой мы уже не просушиваем. Берем подходящий гель-лак Flower, у меня это синий цвет. Наносим не на типсу, а на нашу палитру. Берем кисть и будем теперь рисовать цветок. Отправляем в таком виде в лампу. Вот у нас получилось такое пока что непонятное пятнышко. Теперь мы будем его дорабатывать. Можно обвести либо контур, либо, так как у нас основа белая, мы белой кистью прорисуем. Теперь в таком виде отправляем лампу. Достали из лампы и будем дорабатывать. Добавим блесток, камней, всего-всего. Забыла сказать в промежутке, что после того, как вы оформили гель краской, всем остальным, перед камнями и блестками мы покрыли топом без липкого слоя, а потом уже начали наносить камни. Лампу. Вот что у нас получилось.